Всем привет, народ! Еще один старичок сидит на 80 гигабайт, но уже SATA. Я уже на него навострил, собственно, он мне нужен. Если здесь головка подойдет, то в принципе он мне нужен зачем? В качестве донора для 250-ки. Раньше, когда делали, еще текстолит был таким светло-зеленым, в маленькую-маленькую точечку. Это признак того, что это еще SATA 1. И раньше не было ограничений в головках, в прошивках. Раньше можно было переставить голову, и все будет ништяк. Это уже потом производители поняли, что сильно легко, и решили усложнить жизнь всем, и мастерам, и, собственно, сами себе, производителям. Давайте закроем всего на 4 винтика получается. Нам этого будет достаточно. Просто оно так располагается конкретно, что вот здесь вот это вот три контакта поджимаются вот двумя винтиками. И наши контактная группа в гермозоне. Так, ну и давайте попробуем запустить. Так, первое включение. Щелкает головками. Вы, наверное, слышите. Бьется головками. Ну это все, эта головка, значит, умерла. Такое бывает. У меня в ноутбуке у знакомых стоял такой же 60-ка, точно так же умер. Ну вот сейчас бьется головкой. В принципе, можно подождать какие-то минут 5-10. Если он не добьется до ничего, то в принципе это износ блинов и головы, потому что скрежет был мимолетный тоже в каком-то месте. Видно, цепанулось. Это все от времени, ребят. Это слишком старый винт. Поэтому, если будет что-то интересное, я продолжу снимать. Если нет, то, скорее всего, это не жилец. Я тоже не всесильный человек, поэтому ремонтировать такую старину не получится. Но пока крутится, не останавливается. Там посмотрим. Буду держать вас в курсе событий.